Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания, и сегодня у нас видеообзор на вот такой набор росписи по холсту. Покупала его в фикс прайсе за 99 рублей для детишек плюс 5. Вам не видно. Вот здесь почти вот все на английском. Вот я уже делала похожий обзор на маленький холст. Это вот немножечко побольше. Здесь фламинго, картинка, тюбики такие вот удобные очень, кстати, такие кисточка. Вот. Да, тут одна кисточка, 8 красок и палитра. И заодно здесь краски хранятся. Холст 25 на 35 сантиметров. Ну вот. В принципе, и все. Здесь я сделаю вот этого всего фотографию. Что здесь написано, вы почитаете. А сейчас давайте ее откроем. Мне очень интересно, что же там внутри, потому что я купила и до сих пор не открыла ее. Насколько мы с вами знаем, холсты бывают разные, особенно с фикс прайса. Они действительно разные, бывают не очень качество. Так, где тут? Тяжело снимается она, но снимается. Так, ну и давайте ее откроем. Опять надо тут открыть. И что же у нас там внутри? Как вы думаете, какой холст внутри? Вернее, не холст, а вот основа холста, то есть вот ткань и дерево. Как вы думаете, там дерево натуральное или какая-нибудь там склеенная стружка, как было в прошлом обзоре холста? Напишите, пожалуйста, в комментариях, я подожду. Пишите либо стружка, либо дерево. Еще чуть-чуть жду. Пишите, пишите. И смотрим. Та-дам! Так, тут у нас пусто. Больше ничего нету. И смотрите, оно с деревом. По-моему, это дерево даже. Сейчас мы посмотрим. Но похоже на дерево. Сразу запах. Так, она что-то у меня неровная. Довольно. По коробке, кстати, тоже было заметно, что она что-то неровная. Может быть, она выровняется. Вот вся картина, да, практически по номерам. Ну, по номерам, номеров нету. Если ты смотришь. А, нет. Просто грязненькая. Вот, все четко, смотрите, красиво. Давайте ее откроем. Нет, опять никак. Да что ж такое? Не везет мне сегодня. Ага, пошла. Опа. Пошла, пошла. А, вот она. Немножко сбита вот здесь вот. Видите, угол неровный. И ведь не выберешь лучший холст, толком не посмотришь, какие они внутри. Покупаешь буквально вслепую. Еще один мешок. Так.
из клина. Так. Почему же он неровный? А, ну, видимо, его нужно прижать, наверное, чтобы он полежал. Не знаю, видимо... А, ну, они, видите, тут вот скрепляются как. И, видимо, наверное, одна в другую плохо вошла. Не знаю, интересно, они все такие? Я их довольно, да, много накупила. В принципе, вы видели во влоге. Довольно мягенький. Вот. Такие вот фламинго красивые. Оно уже, естественно, что тут такое? Прогрунтованное. Здесь вот волосок какой-то. Довольно вот мягенькое. Так. Довольно четкое. Предыдущий обзор я делала на холст, тоже из фикс прайса. Там было прям гораздо четче, прям вообще такой 2 мм, наверное, вот это вот эти полосы. Здесь немножечко потоньше. Очень красивая картинка, все так четко. Ничего здесь лишнего нету. Все прям смотрите, как положено, и вода здесь, и ножки у фламинго, у всех, да, по две. Тут только одна куда-то делась, одна убежала ножка. Здесь вот голова, здесь что-то свисает непонятное. Вот, человек будет рисовать. А, ну, в принципе, даже здесь там же картина есть у нас. Что у нас тут по картине имеется? А, листочки. Да, это у нас листочки свисают. А, ну вот как раз от этого дерева, да-да-да. И вот он с одной ножкой. То есть все, лишнего ничего нету. Потому что все-таки для холста 25 на 35 сантиметров это довольно 99 рублей, это довольно дешево. Они стоят гораздо дороже. Вообще, в принципе, холсты стоят, ну, довольно дорого. Вот. Довольно он хорошо сделанный. Такой. Тут просвечивает немножко. Ну, единственное, да, вот это вот мне не понравилось. Тут пробитое дерево. Почему-то оно пробито. Как будто его... Как будто, знаете, вот глину, допустим, глину подсыхает, и ее случайно до нее дотронулись, и она высохла неправильно. Вот у меня тут тоже такое ощущение. Так, давайте посмотрим наши краски. Здесь тоже они закреплены под скотчем. О, господи, опять везде все скотч. Так, кисточка. Кисточка довольно хорошая. Синтетика. Довольно, кстати, хорошая. Обычно, сколько я уже помню, покупаю вот часто какие-нибудь там краски, туда всегда кладут какие-то фигневые кисточки, какие-то непонятные, торчащие в разные стороны. Ну, кстати, она гибкая довольно. Это единственный ее минус. Но это, в принципе, не проблема. Ее можно отсюда извлечь. Либо, если вы будете рисовать часто, она когда-нибудь сама вылезет. Наверное, пластмассовая, потому что... И можно будет насадить, допустим, какую-нибудь другую. Но лучше этого, наверное, не делать, потому что вы можете потом с трудом найти для нее такую палочку. Вот, в принципе, аккуратненько вот рисовать ею можно. Так, давайте посмотрим тюбики. Скорее всего, конечно, они закрыты, я так думаю. Опа. А, такими тюбиками они гораздо удобнее, они, то есть, там сложены. Не высохнут. Кстати, у нас какие краски, интересно. Акриловые, наверное. Акрилик. 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 Маленький акрилик. Они здесь запакованы, то есть запечатаны. Так, сейчас вот.
Открывается она вот этим местом, туда тынк. Вот, и, естественно, она может там пролежать довольно долго. Акриловые вот не знаю, а вот масляные, я знаю, что могут пролежать годами, веками, наверное, даже. Даже открытые могут лежать, и ничего страшного им нету. Мягенькие вот довольно. Ну, я думаю, они все мягенькие. Да. Так, у нас здесь белые, желтые, а здесь, наверное, голубая или бирюзовые, там как-то они называются. Так, а что-то две зеленые. А, ну две зеленые, да. Потому что зелени много у нас. Да, много зелени. Синенькая, фиолетовая и красная. Ну, в принципе, все основные цвета, которые могут пригодиться. За 99 рублей это супер. Это просто шикарно. И кисточка, хотя, конечно, кисточка в некоторых моментах, мне кажется, слишком маленькая. Вот здесь вот, да, можно ею рисовать. Прям вообще вот классно, даже потоньше я бы взяла. А вот здесь, допустим, очень много раскрашивать, ей будет неудобно, она слишком маленькая. Тут, допустим, тут, вот тут, не знаю, здесь вот, ну, тут вот ею хорошо. Вот так, а здесь что? Здесь не знаю, что такое. Так, тут палитра у нас. Тут мы разводим наши акриловые краски. Здесь, наверное, тампон какой-нибудь кладется, который можно вытереть. Я сомневаюсь, что здесь вода будет или масло. Может быть, масло здесь нальется. Может, там что-то не доложили здесь. Не знаю, короче, что там. Сейчас посмотрим. Да нет, наверное, все положили. Не знаю, короче, напишите в комментариях, что здесь должно лежать. Что-то мне даже вообще ничего в голову не приходит. Здесь какой-то тюбик явно должен лежать. Его здесь нету. Больше похоже вот на тюбик. Крышечка, идет тюбик и тюбик. Вот, довольно... Не такая уж прям она и мягенькая, кстати, нормальная. А, бывает пластмасса гораздо мягче. Здесь тоже там железненькие, ну как, не железные, металлические они. Там, ну не знаю, с какого материала. Вот, все свеженькое. Правда, единственное, не написано дата упаковки, заливки. Обычно где-нибудь здесь пишут. Здесь вот нет такого. Это немножко неудобно. А, потому что я не планирую раскрашивать эту картину. Я планирую ее, буду ее загрунтовывать и рисовать свое. Буду рисовать, наверное, своими красками масляными, может, акриловыми, не знаю. А эти вот, они, наверное, какое-то время у меня будут лежать. А, у меня таких холста, по-моему, там штук 5 или 6 я купила. А, на сегодня это все. С вами был канал Артмания. Посмотрели мы с вами такой холст. А, напишите в комментариях, рисовал ли кто-нибудь на таких холстах из фикс прайса. Получилось у вас, не получилось, понравилось, не понравилось. И на сегодня это все. Всем пока-пока.